Привет, ребят, девчат. Надеюсь, у вас все ништяк. AK Crazy Russian. Город Цинциннати, крутейшего штата Огайо, что находится птичка... Улетай! Ё-моё! Что находится на ржавом поясе или в ржавом поясе. Rust Belt. Что есть не очень хорошо. Я получил заявочек достаточно много. Комментариев с просьбой осветить. Супер. В ближайшие дни стримчик, наверное, замутим. Выходные. О. Так, что у нас сегодня на повестке дня? Я еду в... Блин, белки здесь еще какая-то живность вся. Озверели. Я еду забрать жену с Volkswagen. Мы отдали джету на 60 тысяч, наверное. Да, сервис. И дворники ей нужно новые купить, потому что это все оригинальные. Ну, наверное, какие там у них есть. Такие ставят. Так, что у нас на повестке дня? TikTok. Вот интересно. Будет ли TikTok или вообще какие-то... Вот что они делают сейчас? Меня, ребят, сбрасывает сразу с темы. Вот это вот что? Кто? Похоже на... Lexus немножко, да? Вверх. Ну, на какого-то японца. Но одновременно больно угловатый, да? Не, вообще смотрится классно. Kia. Да, это как Datsun сюда в 70-х в Америке. Ну, полное говно было, да? У Лесли в семье был какой-то Datsun. Ну, в общем. Ну, и потом они превратились в Toyota, Honda, Lexus, Acura. Вот эти все. Крутизна. У этих... У кого Genesis? Я что-то забываю все время. Да, у Genesis. У этих тоже, по-моему, Genesis. Это круто. Ну, так вот. TikTok. Будет ли вообще такого плана вещи, такие social... платформы в мире Жака Фрески, да? Ну, то есть, я лично считаю TikTok для развлечения, для меня, к примеру, да? Ну, там совсем, конечно, полный идиотизм, трэш своего рода, но для людей, ну, особенно, я не хочу казаться, я бы так вам давным-давно бы сказал старпером, хотя я уже в категории в этой. Но это, конечно, трэш полный. Тупо и просто круто. Что... Мне нравится. Тупо и просто круто. Что происходит в House of Representatives, да? Приняли закон, причем очень быстро. И с подавляющим большинством обеих партий. 300 с лишним, 65, что-то такое, на 60-300, вот так вот. Ну, в общем, подавляющим большинством. Ну, там всякие... Уже какие-то протесты там начались. Почему? Приняли, если этот билл пройдет, я так понимаю, дальше Байден должен подписывать. Я надеюсь, дедушка на батарейках знает, что такое TikTok. Я личный TikTok расскажу сейчас, через секунду. То есть такая тема. Либо они продают китайского хозяина, этот китайский хозяин продает не китайцу, не в Китае. То есть, чтобы хозяин был не китайский. Либо его заблокируют здесь. Я тоже не очень представляю, как это можно заблокировать, такую хрень, с VPN-ами, со всякими. Ну, как-то, наверное, можно. Ну, просто в Штатах при такой относительной свободе с этими VPN-ами. Ну, круто. То
есть 6 месяцев они будут кумекать, как там им заблокировать. Скорее всего, китайцы лапки кверху не станут связываться с Америкой, как обычно. Проглотят и продадут кому-то. Ну что, американский government, да, государство, военные и что еще, какие другие наверняка государственные службы, вы просто не можете даже эту app поставить на телефон. Про компьютер не скажу ничего. Ну, наверное, тоже. Но то, что app нельзя поставить. И, ну, они волнуются, что какие-то пойдут, какие-то данные. Но самое главное, что они уже блокировали вот эту вот app. Данные от просто людей. Ну, короче, уже толстожопые с какими-то... Ну, просто нужно было на роже посмотреть, кто против этого. Уже пошли, значит, митинговать. Я не могу. Ну, TikTok, конечно, это, ребят... Я 2 раза пробовал. Мне сказали, ты со своими идиотскими вещами будешь крутой. Я говорю, окей, нет проблем. То есть это я попробовал, сейчас скажу, не прошлым... Ну, вот этим летом было, которое прошло, да? А через лето, то есть... Когда мы уже пришли в офис, по-моему, 20... С этим, блин, вирусом все перевернулось в башке. Короче, не прошлый 23-й год, когда я опять возобновил. С самого начала, значит, 22-й. Еще я сделал 2 ТикТока. Один такой же, a.k.a. Crazy Russian. Ну, там просто я дублировал все шорты в основном. Ну, и длинные некоторые видосы туда. Ну и, конечно, нет никакого успеха. То есть, ну, нужно трэшовать там, трэшевать нормально. Ну, у них такие требования, блин, чтобы монетку эту включить там. И специально заниматься этим я нахрен не буду. По барабану полностью. Зато вот про модели канал мощный мой какой-то интерес нашел. Ну, там тоже не... Ух ты, как ездит! Ты смотри, молодцы. Нашел какой-то спрос, но такой очень жиденький. Там, по-моему, больше, может быть, 1100-1200. Ну, я уже не выкладываю ничего, потому что даже время терять на это. Офигеть. Вот такая история. Ну, мы наняли сотрудницу, интерн, да, вот студентка пришла там на 2 месяца в нашу компанию. Что-то там ей дали работы. И да, у нее там 100 тысяч. И как она это... Просто она сидела в какой-то своей комнатушке, где-то она... Черт, я знаю, где. Ну, где-то, наверное, апартмент снимает или... Все, конечно, трешняк. Очень все плохо. Так. Ну, такие крутые. А, вот. Так, это жена. Машина жены. А мне нужно, наверное, просто припарковаться. Куда-нибудь. По старой наглой московской customer. Я кастомер. Просто паркуюсь, пофигу. Ну что, потихонечку заканчиваем. Вот такая история. Пишите, что вы думаете. О, я, кстати, вопросник поставлю в комьюнити в этом, в сообществе. Продадут или же забанят? Интересно будет узнать. Окей, USA.